Что касается параллелей с кем-то, это такая бездна совпадений. Оказывается, я недавно читал книжку. Такие великие поэты между собой, между переводчиками и поэтами других стран. Все так переплетается и повторяется, что ничего нового не бывает. Наверное, если бы я был более образованным человеком, я бы ничего не написал. Я бы думал, ну это уже было, это уже вот. А так просто институт физкультуры, он позволяет мне смело писать то, что думаешь. Вот песня, которую я исполнял на Грушинском фестивале, про бардов. Слушай, меня всегда так удивительно, что иногда набрасываются на бардов. Вот они в палатках, там, с бородами, вот эти вот в лес. Я думаю, боже ты мой, что же может быть прекрасней, как с друзьями у костра на природе попеть песни, поговорить о них. Мысли, я же, тут была передача, там Верник приехал на Грушинский фестиваль, и потом все это там посмотрел, поснимал, показал передачу, и в конце, а это было 20 лет назад, по-моему. И потом сказал, ну, это все в прошлом, а я пошел в будущее. И пошел. Вот, и я подумал, что на самом деле нам до бардов далеко-далеко еще идти, чтобы прийти к этому светлому будущему, к такому пониманию природы, жизни, к бережному отношению и к образованию. Вот так. Песня исполняется. Чего тебя не слышно? Да, ну и да, тебе не надо. Ты, я говорю, ты видишь, что я говорю. Все, пока. Я не слышу, ты говоришь. Ну что ты говоришь? Вот я забыл, что хотел сказать. Вот это, знаете, мы же пенсионеры оба. У нас все помнит только Родион Марченко. Ладно, давай, песня исполняется на русском языке.
просто пить, а говорить до полночи. В спальниках лесной души барды спят, как латыши.